Завтра уже будет бой у Фархота. Ответь мне на три вопроса. Фархот Ибрагимов занимается 3 года с нуля. Не мастер спорта, не кандидат в мастера. Он с нуля пришел в этом зале, тренировался и по чуть-чуть набирал опыта. Но вот сейчас вот больше года простой. И я думаю, что это не так-то просто все. Но он уже долгое время меня просит: сделайте мне бой, хочу драться. Будем надеяться. Завтра уже будет бой у Фархота. Он не может просто без тренировок. Завтра бой, а он сегодня пришел зачем-то. Атмосферой пропитаться надо. Смотри, кайфовать. Конечно. После перерыва, годичный перерыва. Как говорит, дорога осилит идущая. Мы осилим. Когда мне дали соперника, я не мог думать о сопернике вообще, я не знаю почему. Просто думать вообще. Я вам сказал, что вот, даже вот сейчас особо стараюсь думать, я его вижу. Просто. Раньше начинать, да. Вот только дрыг. Вот, пошел. Вот. Сам. Давай. Что мне не понравилось? Прижми. Хорошо. Прижми нормально. Зачем шерсть? Теперь колени не обрабатывай по чуть-чуть. Вот, по чуть-чуть. Да, давай. Вот, верни. Вот, не надо. Работа, открыть. Верни, давай. Не стой. Сам. Вот, жди. Работать надо. Вот, хорош, все. Первый начинает. Вот, хорошо. Не жди, Сань. Вот, хорош. Вот, Борис. Задержать. Да, хорошо. Обойди. Колено, Борис, колено, Сань. Сам, отдави. Бодрись, ну. Сначала он меня слышал, начало было правильным, а потом что-то пошло не так. Давай, дергай. Хорошо, спокойно накрой. Дерги на себя ноги, Вот, на себя ноги, приподнимись и ноги на себя. Чуть-чуть его от сетки немножко отодвинь. Саныч, да. Теперь сядь на него, Чуть-чуть на себя ноги, дерни еще на себя ноги. Вставай на него. Вставай, да, накрывай. Накрывай его, ноги подними и накрывай. Вот, поднимай ноги, вот. Теперь накрывай, хорошо, вот. Теперь сверху садись, теперь пара. Локти работают. Пилу забрал. Сетки прижми его. До конца, роняй.
ноги продерни. Минута осталась. Давай! Серию давай, серию! Первый, раз, два! Серию! Парход, серию! Пройди его! Не стой так, не стой! Вообще не защита! Простой и несобранность, не было концентрации просто. Ну, блин, как бы неправильно все. Собранности не было, надо было первым номером работать. Но сейчас говорить-то легко всегда. Все это... Ответь мне на три вопроса. Почему ты первое бил не акцентированно, а просто гладил? Ну, у тебя не было... На спарринге. Второе. Почему, когда ты перевел в партере, ты отпускал, не забрал спину, когда он вставал? Вообще дал ему встать, ты не боролся с ним, как бы отпускал его. И третье. Почему ты не работал первым номером тогда, когда у тебя именно получалось работать первым номером? Когда все удары, которые ты делал, они, как сказать, он перекрывался, и у него был ступор. Он тебе не отвечал. Но ты давал возможность работать ему. Изначально, когда себя на все предыдущие бои готовился, да, выходить, я чувствовал, что вот в день боя бывал такой момент, что вот я иду сегодня в бой. А у меня с утра, когда я проснулся, не было такого, что я вроде на бой иду. Такой вялый просто был такой день, как будто... Настроение просто обычный, да, обычный день.
короче, не собран был. Вообще, не было настроения. Да, и даже уже разминка чуть-чуть, разминку вроде делаю, и вроде не понимал, ну, как бы, что происходит. Ну, не было такого в тот момент, как бы, вот, вот сейчас иду я на бой. Теперь тогда вот объясни мне, почему, когда ты уже все-таки пошел на бой, да, без настроя, допустим, допустим, ты воспринимал это как тренировка, почему ты не сделал логику? Ты видел, что когда ты работал первым номером, он все время останавливался и закрывался, и у него паузы было, он не работал на контратаках. Это значит, что ты мог продолжать работать. Ты этого не делал. Почему ты делал очень слабые удары, они вообще не были акцентированы? Второй момент. И почему ты, когда даже боролся, ты же на тренировке, когда борешься, почему ты его отпустил, отпускал, это твой шанс был. Ты чувствуешь там, да, у тебя ударка не получается. Ну, в борьбе-то накрой его, проборись с ним. Там, я не знаю, сделай болевой ему. Почему ты не попытался? Ты взял ему, дал встать. Почему? Когда я его боролся в сетке, когда он мне локтем попал, я там даже отключился, я только ногу его начал поправить, я отключился даже, и как будто в голову бьет этот камень, я не понял, что это произошло. Я отключился и только начинаю смотреть, он встал и ушел просто, я даже не мог контролировать его, не смогу это делать. Типа нокдауна было лежа. Да, и я даже вот просто в стойке, я его держу, да, у него не было такого физического, такого мощи, я его вроде и мог повалить, но я... Не понимал, почему мне. Ну, я не понимал, что в голове, что почему мне не смог, я не знаю этого. Сам до сих пор не понимаю. Хорошо, а первым номером почему ты не боролся? Первым номером? Не видел это, что я, у меня получалось первым номером. Я не знаю, не видел этого. Вроде как ты хотел боя, да, все время. Хочу боя, хочу боя. Вот тебе бой, образно говоря, и ты уже не хочешь этого боя. Почему так думаешь? Ты не можешь настроиться на то, к чему ты стремился. Именно в этом. Тебя же, знаешь, бывает, человек объелся там. Типа, иди делись, а он не хочет. Это одна история. А когда ты сам, дайте мне бой, а когда тебе на бой, нету настроя на бой. Вообще нету. Прикинь, даже ладно, там утром ты не так встал, не надо настраиваться с утра. Вот уже в раздевалке, когда ты разминаешься, вот уже когда выходишь. Я не знаю, почему. Это было просто обычная ошибка, но все. И не было такого, что недооценки соперника. Я с ним виделся, пообщался. Кстати, он пришел тоже после со своим тренером, он пришел. Он говорит, я тебя ожидал, твои бои смотрел, ты как будто сейчас будешь лететь на меня. А я в себе в голове, когда он это время он говорит, я не понимал, почему у меня это не получилось. И даже когда вы говорите сейчас, да, вот. Ну, то есть со стороны вы видели, что да, у меня первый номер получалось, он там закрывался. Этого момента я даже не видел в бою. Я даже не горел. Вообще не было такого, что я горел. Обычно, когда горел. Ты просто не был там в тот момент, здесь сейчас. Да, вот этого не было.